Тут парни из управления по безопасности, но мы спокойны. Они вроде полиции. Нарушаешь, будешь за это платить. Делай все по правилам, и проблем не будет. Трей знает эти правила на зубок, так что бояться нечего. Все будет отлично. Сразу после отъезда инспекторов Тодд собирает команду. Стерлинг, Лукас, Дэйв и Хантер, есть разговор. Трей хочет с вами поговорить. Я провел худшие 2,5 часа своей жизни с инспекторами по безопасности. Благодаря вам. О чем вы вообще думали? Начнем с тебя. Что случилось? Мы дурачились, дурака валяли. Я был не пристегнут, прыгнул в машину на ходу. Как, по-вашему, где вообще так можно делать? Не знаешь, что надо пристегиваться? Знаю, конечно. Мне нечего больше сказать, я оплошал. Мы все. Вы знаете, какие в этом управлении штрафы? У нас была отличная репутация, теперь, благодаря 4 гениям, ей пришел конец. Мы получили штраф за крайне опасные условия труда. За 20 лет я ничего подобного не видел. Парень в офисе наблюдал за вами. Он знает, что вы не чужие. Знает, что ты Хантер Хоффман. Он сказал, сын владельца фирмы должен быть умнее. Ты лидер этих парней. Я знаю, это не круто. Говорить, что надо пристегнуться, но я гарантирую тебе. Еще хуже сказать другим, что они остались без работы. Мне хочется дать вам по морде. Серьезно. Лично я бы вас всех уволил. Не знаю, как Тодд будет решать эту проблему. Не знаю, как ты поступишь, но я бы уволил всех 4. Вот мой тебе совет. Это просто невообразимо.